К монтажу оборудования победитель конкурса компания «Беломрига» приступила в начале июня. Стоит заметить, что работы выполняли специалисты Даугавпилсского отделения фирмы. В техническом задании говорилось об установке 55 камер, однако при разработке проекта возникла потребность охватить больше объектов наблюдения, что повлекло за собой увеличение количества камер, например, в парке Дубровина и на здании железнодорожного вокзала. Впрочем, это не повлияло на стоимость заказа, она осталась прежней, немногим более 126 тысяч латов. По проекту предусмотрено в 28 точках города установить 59 видеокамер. Точки выбраны в многолюдных местах, в парках, на перекрестках. Список предоставила муниципальная полиция мест, которые особенно опасны и нуждаются в видеонаблюдении. Работы на сегодня уже прошли этап проектирования и монтажа, и ведутся пусконаладочные работы. На сегодня в самых людных местах – скверах, парках, возле крупных супермаркетов, на перекрестках основных дорог и 12 жилых домах – все камеры уличного видеонаблюдения установлены. 15 уже работают, остальные в процессе подключения и тестирования каналов передачи данных. Каждый день включаются 1-2 камеры. Они отличаются по типу – стационарные и управляемые, которые оператор, сидя за пультом, может поворачивать или в деталях рассматривать интересующий объект. Управляемые камеры дают 30-кратное приближение. По просьбе заказчика на исторических зданиях установлены камеры, соответствующие цвету фасада. Камеры высокого разрешения, с высокой чувствительностью. Также камеры оборудуются инфракрасной подсветкой для работы ночью. Плюс городское освещение позволяет видеть также в цветном виде картинку, если чувствительность камеры позволяет. Сами камеры передают картинку Full HD высокого разрешения, и передается это в центральный пост, который оборудован в муниципальной полиции, и запись производится непрерывно. Полиция самоуправления подала в Думу прошение о выделении дополнительных средств на круглосуточное слежение и контроль за работой системы видеонаблюдения. Ожидается, что решение депутаты примут на ближайшем заседании Думы.